Федерации, актер Татарского государственного академического театра имени Гляскара Камала. На дорожке появляется Батыр Байшев, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Союза кинематографистов Республики Татарстан с супругой Розой Байшевой. Режиссер фильма мюзикла «Апипа», продюсер и сценарист программы «Казанские премьеры». Әлбәттә, эштәлектә режиссерның әлбәттә бар ул шундай мөмкинлеге төшерергә. Ләкин анда кино төшерергә ул бит бик авыр эш кино төшерү. Бар-бар, анда финанс яктан да кирәк булышу. Шуңа чын иреклек юк. Менә шулайдыр. Хәзер бит менә шундай тенденция бар Россиядә. Фестиваль ябылалар. Менә Уфада ябылды фестиваль, Якутскида фестиваль ябылды, Екатеринбургта фестиваль ябылды. Ул бөтен мәдәният безнең әзгенә беткенәе. Бөтен мәдәният Россиядә, а менә безнең фестиваль ябылмай. Шуңа без, әлбәттә, бик шатланабыз, үтләнәбез. Ничек дип әйтәләр, татарда шундый әйтем бар бит, тырышкан табар, ташка кадак кагар дип. Шуңа күрә әгәр дә кешенең теләге булса, тырышлыгы булса, әлбәттә, монда бернинди дә теге ничек дип әйтим, Татарстанмы, Россиямы, бүтән төбәкме, чит илдәме, гомумән җир шарының төрле төбәгендә булсын, әгәр дә кешенең теләге бар икән, ул әлбәттә. Мин шәхси әйткәндә, ягъни шул Төркиядә теге сәясәт хакимияте бик бу да. Тамын сәясәт хәрәкәтләре һәм сау. Он говорит, что в Китае всего есть 56 национальностей. Одна из больших национальностей – это китайцы, вот именно хань. И есть такое меньшинство – это как татары. Но, к сожалению, их не так много, очень-очень малом количестве. И он описывает, что на самом деле нет никаких вот прям огромных различий, там притеснений, что вот они татары или нет. То есть все национальности, они каждый принимается в равной степени. В нашей стране настолько актуальна демократия, люди, не боясь, ругают президента, правительство, высказывают открыто свою точку зрения, выборы проходят прозрачно. Сложно судить о тематике, потому как я знаю, что наши кинорежиссеры, их никто не повязывает по рукам. Они выбирают ту тему, которая созвучна с их внутренним состоянием. Другой вопрос, что мир утонул в конъюнктуре. Другой вопрос, что Голливуд тонет в полной деморализации. Это совершенно иные вопросы, но эти вопросы нужно обратить прежде всего к современникам. Первый день открытия, солнечным, светлым, добрым, теплым, радостным. И ведь солнце дает жизнь, и поэтому я надеюсь и желаю, чтобы фестиваль давал больше хороших картин, хороших кинов. Надо ли администрировало? Мусульманский мир разнообразен, мы с вами знаем. И очень неспокоен, и не определились и мазхабами до конца, и разные течения так, среди суннитов, и шиитов, и так далее, и так далее. И должен сказать, что недоброжелатели вот эти противоречия всегда использовали, используют и стараются и в какой-то степени и подогревать. Разные есть течения, мир большой. То, что мы сейчас занимаемся межкультурным диалогом, это главное – стараться понять друг друга. И различными путями, гуманными, поставив эти цели, значит, достичь понимания. Вопросов, в данном случае проблема культуры, диалога культуры – это очень широкое понимание. В мире
очень много конфликтов, негатива. И ислам, мусульман, мы знаем, показывают очень негативной стороны. И мы всегда оправдываемся, что ислам – это религия мира, религия добра, религия взаимопонимания, религия сотрудничества. Но, к сожалению, те самые люди, которые говорят, что мы сами являемся мусульманами, сами же и дают повода, чтобы обвиняли ислам и мусульман. А вот мы в свое время поняли, ведь и языком искусства, в том числе и киноискусства, можно показать дух ислама, показать открытость ислама, толерантность ислама. И мы поняли, если мы будем развивать диалог, нас будут знать. Мы будем знать, и мы будем тем самым создавать атмосферу доверия. А если будет доверие, то тогда будет и стабильность, то тогда будет и мир. Бисмиллахи раббани рахим, альхамдулиллахи.